В ЛКСМ – молодежная общественно-политическая организация, созданная 100 лет назад. Ее главная задача заключалась в помощи партии в воспитании подрастающего поколения. Первичные организации создавались на предприятиях, в совхозах, учебных заведениях и частях советской армии. За всю историю комсомола в его рядах состояло более 200 миллионов человек. Это современная молодежь, продолжающая традиции студенческих трудовых коллективов. На протяжении последнего года мы ведем активную деятельность для развития нашего вузовского штаба, принимаем участие в огромном количестве форумов, проводим в Краснодарском крае добровольческие, патриотические акции. Сегодняшний слет показал мне, что в Краснодарском крае очень сильное студотрядовское движение. Большое количество активных ребят, которые готовы с каждым днем все больше и больше развивать студенческие отряды в нашем регионе. Парад трудовых отрядов – заключительное мероприятие, посвященное столетию комсомольского движения. В городе-курорте собрались десятки студентов из Краснодара, Сочи, Новороссийска, Геленджика, Анапы и других городов Краснодарского края. По словам организаторов слета, участники движения смогут не только пообщаться со своими единомышленниками, но и узнать о зарождении в ЛКСМ и самых масштабных проектах от ветеранов комсомола. Вся техника была, не было жилья. И была поставлена задача построить жилье. За время работы было построено 12 жилых домов. Полностью отштукатурена школа «Десятилетка». Оказана безвозмездная помощь ветеранам войны, труда. В свободное время делали ремонт. Образовательная программа тоже есть. Вот вчера проходила встреча волонтеры, Центральный банк России, рассказывали просвещение, да, финансовое просвещение. Плюс занимались ребята, тренинги проводили им для лидерских, установления лидерских качеств. Также они узнают, кто такой командир, комиссар, полностью для себя подчеркнут, какие недостающие факторы еще у них есть, чтобы потом в дальнейшем работать в этом качестве тоже. С праздником участников слета поздравили лучшие анапские коллективы, организации, формирующие студенческие отряды. А самих комсомольцев наградили почетными грамотами и благодарностями. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа регион.